Доброе утро! В прошлый раз мы вязали пельмешки, а сегодня мы будем вязать яблочки. Для этого нам потребуются любые цветные ниточки, хлопковые или акриловые. И обязательно крючок. Мы вяжем 2 воздушные петли. И в самую первую воздушную петлю вяжем 6 столбиков без накида. Это будет первый ряд. Второй ряд мы делаем 6 прибавок в каждой петельке. В четвертом ряду мы делаем прибавку в каждой третьей петельке. Вяжем 1 столбик без накида, 2, 3 и делаем здесь 2 столбика без накида. У нас получился вот такой круг. А размер круга будет зависеть от того, каким вы хотите видеть свое яблочко. Большим или совсем маленьким. Далее мы вяжем ровно в каждую петельку по одному столбику без накида, без прибавок. Далее мы начинаем убавлять наши петельки. Ровно над теми, которые были прибавочными. Мы набиваем наше яблочко синтепоном или холофайбером. Достаточно набив наше яблочко, мы продолжаем убавлять петельки. У нас получился вот такой шарик. Далее мы обрезаем нить подлиннее. Завязываем узелок и одеваем ниточку в иголку. Дальше продеваем нашу ниточку через все яблочко и затягиваем, придавая ему естественную форму. Дальше можно пришить веточку и листик. Вот такое яблочко у нас получилось. С вами была я, Анна Кудайбергенова, мастер по вязанию развивающих игрушек. Специально для программы «Жанна Кун».